Ну да, почему бы и нет? Почему бы не поговорить знаешь, просто сел и разговариваешь сам с собой. Ну да, ну да. Why not, стример, да. Друзья мои, всем здравствуйте, всем привет. Я по чесноку говорю, забыл зарядить камеру. Давайте я ее поставлю на зарядочку. Обязательно в середине стрима включу. Итак, друзья, всем здравствуйте. Всем добрый вечер. Так, наверное, даже немножко поатмосфернее. С вами, как всегда, я, Леха, и это канал Hardplay. Значит, хочу вам одну вещь сказать, пока игрушечку сейчас запускаю. Спасибо, во-первых, то, что дождались. Сегодняшние танцульки, видать, дали о себе знать, я не знаю, возраст, постоянный недосып дает о себе знать. Короче, что-то дает. Как скажешь, Андрюш, как скажешь. Да. Да, абсолютно верно, согласен. Абсолютно солидарен с тобой, да, все абсолютно верно, спасибо. Значит, сейчас я запущу, ребят, сразу. Сегодня по чесноку еле-еле вообще встал, еле открыл глаза. Доброе утро, Night City. Так. Вчерашний... Сейчас, сек. Угу. Вот. Да, вот так лучше. Значит, в чем сегодня был прикол? Прикол был в том, что, знаете, в очередной раз такой уставший, такой, знаешь... После вот этих вот нашего, хотел сказать, джаз-дэнса, после наших, короче, танцулек, что-то меня прям просто подрубило. Ну и плюс ночью не спим. Сыночек у меня совсем вот буквально недавно был, уже месяц. Быстро как месяц пролетел. Но вроде как пока все так же стабильно. Ночами крик ор, но это где-то месяца до третьего. Ладно, переживем. Значит, к чему я, собственно, вообще все это говорю? Я зашел, ребята, в директ. В инстаграм hard.inst. Сказать, что я был удивлен, это абсолютно ничего не сказать, потому что в очередной раз я просто убедился, насколько вы талантливые, насколько вы все разные. Как вы меня ждете, как вы поддерживаете меня. Это, знаете, это правда, ребята, очень приятно. Это очень круто. И просто хочу вам сказать огромное-огромное спасибо. Спасибо за то, что со мной. Спасибо за то, что топите. И огромный респект за то, что вы меня поддерживаете. Это очень круто. И мне правда, это, ребят, очень важно. Я это очень ценю. Спасибо. Так, ну что ж. Все, погнали, да, наверное. Киберпанк. Все, ребята, всем приятного просмотра. Седьмая серия Киберпанка. Такое у нас лирическое отступление небольшое. Все. Наливайте чай, кофе. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Как всегда, 10 тысяч лайков, ребята, будет новая серия Киберпанк. Камеру, ребята, я не поставил на зарядку. Я думаю, что где-то через часочек я ее смогу включить. Так что располагайтесь. Ну, а хорошее настроение и хороший контент с меня. Приветствую всех! С вами быстрые новости. Вчера ведь у всех свет вырубило. В это время я как раз готовила ужин. Точнее, разогревала в микроволновке... Быстрые, мать его, новости. Так, ну что ж, на чем мы с вами остановились? Господа, давайте вспоминать, на чем же мы остановились. Так, во-первых, давайте проверим инвентарь, и вроде бы как здесь особо ничего не поменялось. Да, немножечко мы подпродадим разную ерунду.
конечно, конечно, why not? Конечно. А, все, вспомнил. Итак, друзья мои, тачку мы с вами намыли. Напомню, в предыдущей серии нам таки удалось вот эту вот красавелочку вот эту вот. Нихера себе. Как-то неудобно вышло. Я прошу прощения, а можно? Не понял. Как-то... Лёха, привет. С наступившими тебе праздниками. У меня сегодня день рождения. Стой, тварь! Даже не вздумай. Во! Спасибо, Толяныч! Снюх тебя всем каналам поздравляем! Счастья тебе, здоровья, мой хороший! И почаще поддерживай своих любимых стримлеров. Конечно же, присутствуемся, в первую очередь. Спасибо! Итак, 7 лет, кстати, игру делали, я напомню. Так, друзья мои, мы что-то с вами хотели. Хотели мы с тобой, мой юный, щекастенький мой друг, зачистить вот эти вот беззакония, которые здесь творятся. Знаешь ли, захватили. Захватили здесь все, что можно. И я так думаю, да, я так думаю, нам вот прям вот отсюда нужно начать. Мне только интересно, или вообще вот эти вот помойки зачистить. Слушай, а давай мы, наверное, весь разбой типа хлопнем. Ну, это просто реально проще. Мы как раз репутацию бустанем. Блин, какая же красота, боже мой. Не, когда графон на всю и FPS максимальный, конечно, игра вообще по-другому смотрится. Видеокарта свое делает. Так. Кукусики. Господа. Ви, привет. Хай. В пустошах разбился грузовик с имплантами. Хром топовый, но полиция туда не торопится. Не исключено, что аварию устроил киберпсих, и копы просто пересрали. Съезди туда, но не убивай никого без необходимости. Это будет сложно. О, интересно. Так, а тут случаем ничего тут больше нет для меня, нет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, здесь что-то явно пошло не по плану. Узнать, куда ведет кровавый след. Кто-то, короче, после аварии
довольно плохо себя начал вдруг внезапно чувствовать. И вот только не надо сейчас говорить, что я в тот раз выкинул свой пистолет или разобрал его. По ходу дела так оно и есть. Ну, ничего страшного. На самом-то деле... В общем-то, Ревик. Что еще лежит? Спасибо, мой дорогой. Спасибо. Спасибо тебе огромное. Слушайте, а куда этот след ведет? Я вообще, если честно, я бы побегал по допам сегодня. И посмотрел. Вообще, что здесь к чему? Зачем и почему? Бубенка, родной, взнюхай. Так. Что-то меня вот эти вот шаги немного настораживают. Он же, наверное, мирный, да? Ты же мирный? Что-то он, по-моему, не особо мирный. Это еще не все. Да? Пушу тебя. Ух, блядь! Тихо! Не надо! Не надо, родной! Не надо! Это какой-то босс, что ли? Ой-ой. Ты что творишь? Положь тропка! Ой, бля. Это что такое? Что это было? Ку-ку. Так, вилкой в глаз? Или... Может, дружить будем? Слышь? Ёпта! Ля ты крыса! То есть вот так вот, да? То есть... Ты хочешь поговорить на языке боли. Угу. Угу. Ви, привет. В пустошах разбился грузовик с имплантами. Так. Кровь, но полиция туда не торопится. Да-да-да-да-да. Устроил киберпсих, и копы просто пересрали. Угу. Съезди туда, но ну, не убивай никого без необходимости. Ща. Это я могу. Значит так. Переходим к плану Б. Решить все мирно, это я могу. Значит так, дружище. Здравствуйте. Значит так, мой хороший. Переговоры у нас каждый раз заходят в пожилой тупик. Ёпта, куда тебе стрелять-то, родной? О! Пошла свечечка. На, держи. А ты какой из себя блок питания? Коугар. Косарь. Больше не знаю, что тебе сказать. Да ёпта, что за негатив? На те. Бляшку. На еще тебе туда же. Короче, он чем-то кидается. Он, она, я не знаю. Ой. Слушайте, ну, на самом деле я его уработаю, этого типа. Ты прикинь, с него дроп какой будет сейчас. Я не пожалею патров. Сон накрафтим.
Слушай, ну он такой... Ну прям вообще ни о чем. Дружба крепкая не сломается, не развеется от дождей вьюг. С психами не дружим, с АВП стреляем. На-на-на-на-на-на-на-на-най-най-най. Зачем мне дружить с потенциально большим хабаром? Тут же ведь... Ёб твою мать. Что я заговорился, Децл. Так, родной, давай. Ой! А, ну-ка, тормози-ка. Куда это мы пошли? Подожди, мой хороший. У тебя там, наверное, имплант. Ого. Ох, чую, имплантов там сейчас будет. Много вкусных имплантов. Я же прав? Какой-то оверлорд получается. Ничего у тебя не получится. Все, да? Обидно, железка. А я тебе говорил. Ну шо? Шо? На, ёпта. Обидно, да? Я тебе сказал, а тебя... Поковыряюсь в самые недра. Залезу. Гадость. Машину мне еще колесо поджег. Так, а теперь самое важное. Что же ты здесь... охранял, друг ты мой? Это интересно. Так, пока я вижу только зеленушечку, пока ничего интересного не вижу. Так, ну это здесь взорвать можно было, это понятно. Ого. Стоп, может быть ракета? Погодите-ка. О! Подожди, ну и что мне это даст? Ёпта, я еще и подключиться не могу, да вы угораете. Ну, типа интеллект. Бля, надо интеллект будет прокачать. Это хочу. Считайте с чипа архивный диалог. Считайте с чипа. С чипа. А где чип? Так, стоп. А где у нас чип? Типа там, что ли, остался? Мне первый раз такое задание. Подождите, а где же чип у нас? Считать чипа архивный диалог. Это вроде тоже не то.
Ошо нашел. Понять бы, как прочитать. Типа, журнал, наверное. Бля, и главной цели нет. Подожди, журнал. Может быть, где-то... Заказы, заявки. Журнал я вижу, но... А, вот он как. И первый раз я просто, ребят, такую, сорян. Первый раз мне такая попадается карусель, по-моему. Так, и здесь... Бля, вы серьезно? У меня здесь столько всякой херни, на самом деле. Я сейчас залез в задание, и у меня глаза на лоб полезли. Архивный диалог между Шивадхивин. Бля. Подожди, это статьи. Архивный диалог. Архивный диалог. Неужели в самом низу? Он так и называется, архивный диалог. Слушай, ну это прикол, но его нет, я его не вижу. Давай, окей, ладно, так вот сделаем. Но я реально не вижу этого. Бля, сколько же здесь дерьма, боже. Наконец-то. Прочитал. Прочитай сообщение от Реджины. Ёб твою мать. Приступе киберпсихоза. Причины. Ну? Да ёпта, прочитал! Присягаю на Конституции, прочитал.
И? Что за... Наконец-то. Слушайте, ну за это задание неплохо дали, хоть оно такое довольно потное какое-то. Так, покупаем вот эту карусель. Идем, наверное, скорее всего, в силу, да, мы хотели. Да. Пустим себе ХП. Так. Это все, конечно, классно, здорово, но я бы поехал, наверное... Нет, я поеду туда, куда я хотел. Сейчас мы здесь дочистим всю вот эту канитель. Угу. Наверное, вот сюда вот поближе. Слушай-ка, а здесь прям... Здесь, короче... Прямо вот где-то они рядом. А где эта херня находится? Ну-ка. Прям можно их размотать, репутацию просто можно на ровном месте забустить. Да, кстати. Чуть не забыл. Поехали. Патра на снайперку — это всегда хорошо. Угу. Так. Пацаны, я приехал. Отвали! Здорово! Быстро, быстро! Та-ра-та-ра-та. Нормально тут у вас. Да что ж такое-то, а? Что за уровень везения, бог что ли? С дымком. Все как я люблю. Так, ну-ка. Ну-ка. Ну-ка, 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 родной. Так. Еще одна организованная преступность. Как хорошо-то, а. И главное, все в одном месте. Прям вот уважаю, уважаю, ребят. Молодцы. Так, ну сейчас мы вот оттуда их щемить будем. Здесь прям топовое место. Ну-ка, поехали. Всем вспомогательным группам полиции поступило сообщение о преступной активности у автострады 9. Что это было? Нарушители подозреваются в разбойных нападениях на территории пустоши. Ага. Группу возглавляет Плюс Вор. Члены входят в так называемую банду Дуд. Властями Найт-Сити объявлено вознаграждение за хранение угрозы. Ня. Спасибо. Ну, как-то так. На-на-на-на.
О! Ниндзя, ёпта! Чё там, как у вас дела? Да ладно, снайпер! Ох, бля, не надо! Ты давай без вот этого. Слышь, ну-ка, подожди, а чего у тебя за снайперка такая была? Это чё это такое у тебя сейчас? Интересно. Что здесь у ребяток такое уже? Пободрее оружие на самом-то деле. Опа! Легендарное, но мне оно, правда, не надо, но ничего страшного. На продажу Лего всегда пригодится. Угу. Да, все, зачистили. Зеленочку тоже можно хапнуть. Так. Какие-то незаконные эти операции, что ли, делали? Типа склада какого-то. Что-то типа такого. Йоу. Должно. Не говорю, что там супер топ этот будет, но, наверное, пойдет. Понял, тогда просто сижу на... Я так думаю. Спасибо. Да-да-да. Так. Плюс Лего. Плюс Лего — это всегда хорошо. Погнали дальше. Че, на моте хорошо, все-таки все равно поудобнее. Фармить на самом деле вот репутацию. Насколько же просто? Вот за сколько мы их убиваем? Буквально, наверное, за несколько минут. Реализм, ёпта. Так. Сегодня такой у нас будет очень насыщенный стримчанский, на самом деле. База целая. А, нет, это не здесь, это дальше. А, это чисто так. Такие ламповые бандосы, что ли? Это мы любим. Да? Хуя ты! Что ты на это скажешь, сучий ниндзя? А? Что? Комментарии. Может быть... А, все, я понял. Я понял. С последнего патрона он меня все-таки добил. Не он, а друг его. Угу. Так, а ну-ка. Еще разочек. Слушайте, надо обязательно учитывать вот эту канитель. Обязательно. В виде вот этих вот, вот ниндзя. Потому что так-то они ничего особо из себя не представляют. Но, знаешь, когда вот... Когда их двое-трое, это уже мало приятного. Так, я по памяти примерно помню, где они.
Реализм, реализм. Wait. Шиноби блядский. Да стой ты. Да что ж ты такой прыгучий-то? Может быть, просто хоть конем сделаем? Например, как-нибудь вот так. Можно вообще их триггернуть. Спасибо. Просто вот так вот вкуриваем. Снайперка, кстати... Снапу надо чуть-чуть подулучшить. Вот он. Хуя ты. Кусок прикола. Я, говорит, у мамы. Мансёр. Все, все угомонились. Как дела? Я, слушай, я как тот самый, мать его, Робин Гуд. Хожу, короче, у бандосов отжимаю. Бандосы, в свою очередь, отжимают у работяг обычных. Какой-то круговой от... круговой отжималово. Вам мне кажется? Это очень как-то подозрительно. Причем, я так понял, это вообще, да, обычный лагерь был. Угу. Такс. Погнали. Ну, сейчас здесь зачистим. Репа растет, все растет. Так, это мне не надо. Блять, сюда вот у меня нет модификации, к сожалению. Бро, так видел пасхалку из Глэдос? Эсчи, эту миссия называлась «Где моя тачка, Чумба?» Сори, что отвлек. Ты топ. Спасибо, мужик. Так, это не надо. 236. Все нахрен разобьем лишнее. Такс. 22, 2,9, 22. Эти надо открывать вещи. Блин, на все нужна репутация. А что, видишь? Открывать крутые шмотки надо валить этих типов. Это что за... Это что такое, блядь? Нихера себе, парни. Лё, бля. Лё. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, слезы лица на рейве. Я никого не тронул, алло. Кто позаботится о моей маме? Я. Ты хуй с вами, наркоманы ссаны. Какая-то торч-пати. Плачу на техно, я плачу на техно. На-на-най-най.
Так. Эти что здесь охраняют? Пропеллер? О, посмотри, прикол. Нихера ты. Шо умеешь? Ага, да, сраку. Плачу на техно, ты не со мной. Ого! Нате, ёпта, ответ. Лови маслину. Ой-ой-ой. Понял, принял. Кто там пукнул? Ага. Да, в случае чего, говорит, я о маме позабочусь. Инфосотка. Хорош. Все, все угомонились. Лачина. Ой-ей! Не надо! На, ёпта. Лови аптечку, братан. Нету лучше карате, чем в кармане 2 ТТ. Что там? Нормально все? Развитие идет, говорит, полным ходом. Плюс репутация, друзья. Не зря, не зря. Не зря мы тут ходим. Паримся. Репутажечка растет. Левел у нас растет. Все, вы знаете ли, растет. Опа. Но это мне вряд ли пригодится, конечно. Угу. Угу. Так, понял, принял. Итак, в принципе, мы здесь с вами все зачистили. Кстати, преступление. Так я же ж... Я же судья, мать его, Дред. Поэтому за преступление дают очень много репутации. Если мы сейчас разрулим. Если там еще не всех поперебили, то будет гуд. Кстати, на моте, кто бы что ни говорил, но все равно быстрее ездить по пустыне. Потому что тачка, она чуть-чуть побыстрее катает, ну, наваливает, а переворачивается часто и т.д. и т.п. А мод в этой игре просто сделан, знаешь, такой. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Хай-хай. С вами Ивангай. Плачена техно, плачена техно. Ты не со мной. Открыть огонь! Ну как, открыл? Я человек простой. Пришел, увидел, как говорится, всех убил. Как говорится, свои, чужие. Неважно как, неважно где, главное, что не здесь. Так. О! Хера себе. Так, плюс тачка. Здесь что-то есть. Давай съездим, глянем. Ни хрена себе самосвал. Ой-ой. Нормально такая машинка-то.
Прикол такой. Здесь что-то есть. Что? Нихера себе. Ёпта! Не спрашивайте, что это было. Просто забейте. Просто 7 лет. What the fuck? Спасибо. Понимаю. Ну подождите, типа обезвредить преступников. Здесь точно все преступники? Понять это очень просто. Берем, подходим. Чувствуешь, воняет каловыми массами. Вырубаем. Идем дальше. Глядим в оба. Гляди, брат. Самое главное в нашей работе — это глядеть в оба. Бьем по харе. Этого в глазу ножом немножко надо поковыряться. Кто, 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 кто? Какой теракт? С ума сошел. Теракт там какой-то. Ты давай такими словами тут это. Не бросайся. Я на место преступления приехал. Ты че, родной? По щам попали. Ну, ничего, бывает. А лавандосики все капают и капают и капают. А лавандосики все идут и идут. А мы едем дальше. Навстречу приключениям. F5. Ой, извини. Я не хотел. А, нет, хотел. Плачу на техно. Давай роботов удивим. Смотри! Я хочу подключить твою тебя к новому мать. Заказу. Мне кажется, тебе прилив адреналина не помешает. Мне не помешает посреди сейчас зубы собрать. На пустошах стоит автомобиль. Тебе нужно его оттуда вытащить. Конечно, не исключено, что ты подорвешься, но давай честно. Вся наша жизнь — одно большое минное поле. Согласен, и у меня вот во дворе, как на минном поле, всегда можно в говно наступить. Ёб твою мать. Во! Нормально. Смотри, кукусики! Вопросы есть? Вопросов нет. Что-то все слишком просто. Блять! Говорила бабка, минное поле. Что ж такое-то, а? Это этот меня, видать, проклял. Все, бабка во всем виновата. Нет, чтобы сказать: сынок, будь здесь предельно внимателен. Давай перелетим минное поле, я придумал. Что наша жизнь? Игра, сука.
Дружественный режим. Нихера себе. Добротного тут напихали. Так. Блять. Пиля. Блять, что я обосрался? Что судьба ему улыбнулась. Ну так может и улыбнулась бы, если бы не передоз. А чего еще ждать от мальстремовского говна? Оно по мозгам дает крепко. Это только для их выжженных синапсов в самый раз. А где-то в Альбукерке, наверное, ждет девчонка. И не знает, что у малыша Джера мозги уже превратились в кисель. Угу. Охрененно. Пригнать машину в гараж. И как мне тут проехать? Как-то по прямой, что ли? Короче, ориентир берем на три вот этих вот дерева. И тогда проезжаем четко. Смотри, фиксируйте. Смотри с первого раза. Легчайше, ёпта. Не ощущаю. Стилеты охотятся на кого-то в пустошах. Говорят, на какого-то психа. Проверишь? Если там киберпсихопат, не убивай его, хотя бы постарайся. Ага. Мои знакомые могут взять его на экспериментальную терапию. На мертвых она не работает. Подробности высылаю. Давай, мать. Сейчас, я доеду. Нормально. Вообще, ничего страшного. Опа. Не понял. Укусики. Это значит оказаться в нужное время в нужном месте. Стоим, отдыхаем. Пошла флешечка. Щелк. Щелк. Флешечка, мой хороший. Та-та-та-та-та-та-та-та, сука. Обидно. Бывает. Так, а что? Ого! Ни хрена себе у вас тут. Веселье в самом разгаре. Красава. Опять. Так, продолжаем наш разговор. Да, мапа работает реально как часы, мать его. Просто как часы. Всегда четко. Чую, машина не доедет. Нормально. Сейчас доедем, не ссы. Я 100 раз так делал. Это Шрифта Ралли, Париж-Дакар. Так, здесь можно срезать. Кактус. Кактус. Еще один. Нормально. Хорошо пошло. Кактус, дерево. Ты ёб. Так. Нормально. Ой, бля! Сорян!
мужики, все нормально, так все и планировалось. Так, лавандосики не забудьте перевести, пожалуйста. Надо. Мне нравится, как ты работаешь. Угу. До новых встреч, брат. Заказ закрыт. Спасибо, мать, ты мне не забудь лавешечку на счет перевести. Хорош. Так, есть пожилой контакт. Так, что мы имеем вообще? Давайте посмотрим. У нас новый левел. Давайте я бы, наверное, интеллект немножечко покачал. Чтоб ломать все везде прям просто на раз-два. Так, конечно же, вот это вот прям надо докачать. И давайте заценим снаряжение, потому что 100%... Блять, ковбойская шляпа бы, кстати, вот была очень кстати мне. Хрена себе. Не-не-не, только кепка. Кепка всегда в моде. Бронежилет. Знаете, даже разгрузка какая-то. Вот это, кстати, очень эпично смотрится. Но это типа больше как для этих федералов. Поэтому оставим. А, ну она легендарная, но... Короче, не то это, то, что нужно. Это что за... Так, ну, во-первых, вот это пободрее будет. Это что за... Да ладно! Ни хрена себе! Легкий нетранерский комбинезон из эластомера. Плюс 5 грузоподъемность. Уважение. Нам такое с вами надо. Шляпа. Шляпа. Воу. Ля. Чичи. Нихера себе, это что, симулятор гопника, что ли, я не пойму? Или да? Так-с. Давайте вообще все везде, все подряд выполнять. Почему нет? Почему, мать его, нет? Это же очень интересно. Я не знаю, насколько вы против или нет, но... я бы повыполнял вообще все задания, потому что мне ребята писали в комментариях, обрати внимание, типа, на второстепенки. Кто-то писал там куча-куча, на самом деле, было комментариев. Просто все, что на глаза попадается, можно выполнять. Тем более то, что с сюжетом, это же вообще вдвойне интереснее. Как говорится, молоко вдвойне вкуснее, если вместе с огурцом. Ви, там ветеран войны забаррикадировался у себя дома. Соседи слышали выстрелы. Да ладно. Узнай, что там случилось, расскажи мне, окей? Легчайше. Давай, мать, давай. Ты мне только самое главное скажи. Ты... Ты, блядь, чел! Нихера себе. Слышь? Там ветеран войны забаррикадировался. Конченый. У себя дома. Соседи слышали выстрелы. Узнай, что там случилось, и расскажи мне, окей? Да? Сейчас вышлю под... Слышь ты? Ёб твою мать. Ви, там ветеран войны забаррикадировался. Заход номер 25. Узнай, что там случилось, и расскажи мне, окей?
Сейчас вышлю подробности. С первого раза. Проверяй. Рассел! Рассел! Эй, бро, камон, I am your I am your friend! Ёпта. Куртку одень, в смысле? Ох, блядь. Отсосешь. Ссаная деревяшка. Мужик. Братан. Так, спокойно. Я убрал все оружие. Нифига ты, дядь. Блять! Может по-мирному, а? Блять, я вас понял. Базара ноль. Хуя ты чё удумал? Да тормози, слышь! Пошли вы в очко, ёпта! Ты, блять, ты... Чел, ты... Ты чем здесь, блядь, обставил? Ты, дурак! Бля, дурак несется. Слышь? Черт! Сука такая! На, ёпта! Свечка свинцовая. Блять. На. Бля. Не особо у нас получился разговор с ветераном, но ничего страшного. Тяу, 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 тяу. Дурак неумный. Что-то я не пойму, кто... Где выключить всю эту карусель? Любас уже здесь где-то выключение есть. Так. Ого. Знаю я ваши эти приколы. Наташа, Наташа. Ого. Not bad. Шо? Шо ты мне скажешь? Ладно, добивать не будем, он все-таки ветеран войны. Хоть и дурак немного. Ну как немного? Немного это очень так образно сказано.
нахрен. Давай, отворяй. Так, отправить Реджине информацию. Значит, чпоник. Реджина. Давай-ка сообщение. Слушай, мать, мы тебе так не слабо ответили. Так. А лавандосики все капают. Есть контакт. Спасибо, ребят, за лайкосы. Добро пожаловать на стрим. И мы продолжаем. Все подряд задания. О как. Да, почему бы и не заехать? Какой-то тип хочет подружиться. Я что-то даже упустил этот момент. F5. Не-не, на моте определенно по вот этим вот пустошам удобнее кататься. А эти? Ни хрена. Мне интересно, кто там. Угу. А, он типа в этом, да? Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. А кто, подожди, а кто хотел? Где-то... Ля. Хай! Да, говори. Расскажи мне о пустошах. Я смотрю, у вас тут никакой движухи. Это ты зря. Надо только открыть глаза и уши. Пустоши — это экосистема. Кочевники, стилеты, корпорации, бродяги. Масочка у нее прикольная. Вместе они образуют единый организм. Убери одно... И баланс нарушится. За собой смотри! Чё, бля? Расскажи мне о пустоши. Да ёпта! Я смотрю, у вас тут никакой движухи. Ладно, мне пора. Ясно. Так. Что у нас здесь еще есть поблизости? Мы так неплохо с вами этот район накрыли. Здесь находится то, что нужно украсть. В смысле? Вообще-то, я не вор. Сколько? Без преступников найти... Ого-го-го-го-го-го! Тихо, а как это я такой райончик-то не увидел? F5? Ни хрена себе! Так, одну секунду. Так. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Девять. Десять. Одиннадцать. Ничего пока нет интересного. Кстати. Подожди, а что на это нужно? Репутация, да? Блять, уровень. Уровень или репутация нужна? Так, чекаем импланты. Да ёпта. Так. Ну пока нет, ребят. К сожалению, пока нет. Мы с вами очень неплохо зарядились в тот раз. И нужна репутация. За репутацию мы можем с вами очень-очень-очень неплохо. Слушай, ну это мы, как получается, район весь крышуем. Небольшой такой маленький райончик, но... Но... Факт остается фактом. F5. Ого. Так, здесь сейчас, кстати, сразу 4 будет этих бандосов разных. Логово. Ну, это даже не логово, это так, чисто... Чисто поржать.
Хотя вот эти ниндзя, ну, довольно тошные они. Если попадется ниндзя с этим, с какой-нибудь катаной или с каким-нибудь мечом, будет довольно неприятно. 100% они меня сбреют. Ну, здесь, по-моему, обычные самые чудики. Со снайпы просто их расстреляем. Ку-ку. Вот он, вот он, вот он. Ты что, мудак? Плохой такой ниндзя, я скажу. Так, один пал. Синтетический ублюдок. Повезло мне. Живи, брат. Рядом оказался. Я уж думал, все, хана мне. Живи, живи, браток. Все под пожилым контролем. О! А вот это вот поинтереснее. Фиолочка подъехала. Затем впадло бежать далеко. Там, в принципе, зеленка лежала, по-моему. О-о-о! Да ну нахер. Вот это мне такое нравится. Так. Я иду к вам. Врум-врум, мазерфакер. Вот это я понимаю. Вот это транспорт. Знаете, такой медленный, надежный. Как говорит, блядь, швейцарские часы. Опа, тормозим. Тормозим, тормозим, мой хороший, что-то я там увидел. А, это здоровые, типа, какой-то тачки, что ли, какой-то. Что это вообще такое? Так. Так. Слушай-ка, ну-ка, подожди-ка. Понимаю. Семь лет. Хэштег 7 лет в комментариях. Кавказ. Да-да-да-да-да, это Кавказ. Просто как стоящего. Пожилая ракета Илона Маска. Лови, маслыри. Расстояние мне нравится. Но они тоже неплохо попадают. Сейчас я, пацаны, к вам поближе подъеду немножко. На-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на-на.
Да, 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 да. Бабушке, ёпта, свои расскажут. Да, 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 да. Раз, два. Три, четыре. Маслыри, раз. Маслыри, два. Накидывается флешечка профессиональная, киберспортивная. Бам, бля. Вопрос. Ну и целая... Целая это ништяков. Также наша. Слушайте, а тут синьки-то немало. Тут пистолетики есть синие, и что тут только нет. Так что вообще великолепно. Блять, ну это можно надолго тогда залипнуть. Я так, по возможности. Постольку, поскольку, так скажем. Так. Продолжаем. Все, что попадется, вот видишь, под руку. Вот они мне попадаются. Маслыри. А, их забреваю. Ну а что нам у нас? КамАЗ Кавказ называется. Что нам бояться? Кого бояться? Просто тупо, бля, КамАЗ. Это знаешь, как это к хитеркам ездить. Ой-ой-ой, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Хотя. Не, у меня какие-то херовые предчувствия. Давай-ка лучше объедем по-человечески. Интересно, если вниз упасть, вот я теперь всю ночь буду думать, если вниз там упасть, то что будет? Это как это ралли Париж, мать его, Дакар. У нас, кстати, бак один горит. А, два. Надо бы транспорт сменить, а то можно стартануть. Вот это прикол, да? А, они даже реально не вкурили, что произошло, что ли? Наконец-то движняк! Подожди. Смотри, прикол. Ёпта! Ты мне, дядь, чего там шандарахнул-то так? Я аж разлетелся на тряпке. А, там снайпер же стоял. Ща мы это недоразумение исправим. Это маленькое недоразумение. Полетел. Ой. Это запрещенный прием. Там, по-моему, дабл хед, что ли, был?
Давай, ёпта, один на один, давай! Да, тут реально, по ходу дела, даблхед влетел. Сорян. Это запрещенный прием. Чё? Там проло в чате про камеру напоминают. Чё, бля? Я понял, ещё не зарядилось. Спасибо. О! Неплохо ты одет. Ведьмаку заплатите. До этого создавались модели и сюжет. Обычной подпиской. Обычной подпиской на Hard Games. Если ты не подписан, значит ты по тау. Тихо. Не в рифму, зато по факту. Так. F5. Ага. Не, мотик побыстрее, конечно, в разы. Ой, вот это, по-моему, целая база. Вот здесь надо бы поаккуратнее. Ты кто? White Mamba Lives Matter. Тихо. Ой, нихрена себе. Это крольчачье место. Ой. А кто? Блять, а урон будет сегодня проходить? На-на-на-на-на-на-на. Так, первый пошел. Ты что, блять, стреляет? Понятно. Так, раз. 20 30. Марка, я же поблагодарил, в смысле? В смысле не видит? Я задержку, что ли, настрою? Блять. Бля, разрабы, вы, ну, как бы, ну, ну, типа, ну, как бы, это, ну, ну, типа, это, я въезжаю нахер. Вот это прикол. Вступаю в бой. Отсосешь. Я несу возмездие во имя Луны. Я еще насу тебе на могилу. Чего? Ой, бля! Мужики, подожди. Не считается.
Не считается. Ссать, он там собрался. Да я вроде тут, брат. И найти и устранить угрозу. Чё? Открыл. Быстро, быстро! Да-да-да, самое главное, давай разделимся и по одному выходить. Стреляй! Ты кому говоришь? Мне? Не вопрос, стрельнул. Вы все успокоились, все? Все, угомонились? Так. Чип на короткоствольное оружие. Вот это может быть очень интересно. Столько, сколько интересно, сколько очень вкусно. Так, ну вот здесь вот уже такая мини-база была. Мини-база. Которая, в принципе, ну что она мне дала? Только немного этих. Пару фиолок, да, наверное, только. О, стопэ. Легендарные компоненты. Так, отбой. Отбой, машни. Хм. Хрена себе у вас. Если ваша вечеринка не похожа на это, даже не вздумайте меня звать. Лёх, спасибо, что заглянул. Спасибо. F5. Спасибо огромное. Братцы, я напомню, на 10 тысяч лайков, как всегда, будет новая серия. Так что топите и коммент с вас. Так, мод мой куда-то испарился, но проще его перевызвать, наверное, да? Так, патрики пока что есть, да? И где-то вот здесь вот еще, по-моему... А, это ластовые, да? Слушайте, ну вроде как все. Ну что ж, я предлагаю тогда открыть журнал и пройтись по всем дополнительным заданиям. Как вы думаете? Уровень средний, уровень низкий, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Хм. Заказы. Жаль им ходить, но пора не спать. Угу. В записи. Хорошего стрима. Спасибо огромное. Спасибо. С чего бы начать? Давайте второстепенки, я не знаю, какие-нибудь найти модуль памяти. Ай, ну давай. Поехали. Ля. Тупогопник.
Сейчас прям все квесты повыполняем. Не, мод здесь просто незаменим в пустошах. В городе надо будет на тачку пересаживаться. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ого. Чела, я не знаю, что у вас здесь было, но... Есть подозрительная активность. Что-то я, короче, подрезал. Чип развития. Ого. Ни хрена себе, здесь знаешь, что только эти пиво не хватает, помнишь? Каски такие были раньше. С пивандепола, чтобы прям заливалось туда. Так, тут левел, но левел мы сейчас как раз подбустим. Левел. Угу. Давай уж тогда до кучи ботиночки посмотрим. Ого! Вероятность критического попадания. Во-первых, хотел сказать, что ты очень красивый. Во-вторых, я тебя люблю. Спасибо. Спасибо. Майн, спасибо огромное. Лерке тоже привет огромный. Спасибо, мужик. Спасибо. Как всегда, респект. Ну, а я навстречу новым приключениям. Ребят, не хочу торопиться в киберпанке. Давайте сегодня, короче, все, я маленько почистил. Репутацию я набил. Дальше у нас сейчас идут чисто квесты. Квесты, которые... Вы поняли, короче. Интересные задания. Блин, сколько же я срезаю-то так, интересно даже. На нахер. Куртка, да, ребят, на куртку левела не хватает. Я так понял, очень много заданий именно в городе. Ну, сейчас мы как раз их посмотрим. Я так понимаю, в город же, да, дорога идет? Ну да. Стоп, а вот это же тоже все... Типа... Блять, так это же тоже задание, да? Или нет? Или да? Ай, пох, поехали. Это что сейчас было? Не понял. Это что за черти такие? О! Блять. Стреляй! Стрельнул. 8000 урона просто прилетело. Хотя так, наверное, быстрее даже будет. Да ёпта. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ох, блядь!
Пират и юморист, слышь? Слышь, ты смешной. Блин, типы, а откуда вы здесь такие нарисовались красивые? Ну-ка. 1C55. Синце-55. Привет, как жизнь? Надеюсь, помнишь. Давай так. Кусь, привет. В игре 50 дома с умом. Я так две ветки с навыками запорол. Так что лучше уходить в трех ветки и скачать. Игры прошло. Спасибо, Бро, но я сделаю свое прохождение. Ты же сам знаешь. Так, а вот и 20-й левел. Я не парюсь, я прохожу, как вот я про... как пройду, так и будет, как и во всех играх. То есть я прохожу просто по кайфу. Так, тут BTS играет, тут все понятно. Да и все, тут, наверное, вряд ли что-то еще будет. Вкусного нихера больше нет. Хрена себе короткую. Я, говорит, короткую дорогу знаю. Это что сейчас такое было? Да в смысле? Ёпта, дайте проехать. Чё за... Окей. Спасибо огромное. Мужик, я ж только что говорил. Прохожу прям все подряд квесты. Слушай, ну-ка погодите-ка. Пора, наверное, вызывать немного другую технику. Так скажем, посолиднее немного. А ну-ка. Сколько он, интересно, дует? Слушайте, ну да, это... самую малость побыстрее. Ну так, прям кропаль, знаешь. Подожди, наверное, не зря же, да, туда? Хм.
Знакомое место. Да-да-да. Понимаю. Да ёпта, да шо ж ты... Об каждую помойку ты выпиливаешься, родная. Любой штырь, знаешь, любой пакет на дороге, она, короче, в него обязательно врежется. Все, выехали. Красотя. Не бит, не крашен. В такси не работал. Нормально, нормально. F5. Так. Кое-что я тут заметил. Мне ж не показались. Эй! Зашибу нахер! Вот это прикол, да? Надо бы было вам собраться. Ни хрена у вас тут. Плачу на техно. F5 получается. Так, я боюсь. Да, сейчас у нас разобьется, точно не доедет. Красиво. Блин, мод бы какой-нибудь крутой найти. Вот это было бы мощно. Это бы было прям вообще красиво. Интересно, ребята, а есть в игре вот какой-нибудь... Вот тачка есть, допустим, да, секретная? А мод есть? Я думаю, что тоже что-то есть такое. Что там такое? Ага. Нет, не меня, не меня. А чё закипишь? Как в старые добрые времена.
Живи, нет, мать. Не меня! Не меня! Все, 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 моя хорошая, все закончилось, не переживай. Я сам, если честно, немного обосрался, что я здесь сделал. А, спасибо, мое где? Мать. А, спасибо. Спасибо. Да нет. Так. Давай немножечко, наверное, силу. Вот эту штуку прокачаем. Вы чё, пацаны? Бывает. Так, снаряжение. Дробовик, дробовик. Говно, 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 говно. Револьверы. Ищем ревики. Сейчас должны попасться что-то типа револьвера. Штурмовые, ППшки. Обычный. Ага. Говно, говно. Угу. Окей. Есть мод, который потом заданию. Вы кто, пацаны? Вы чё? Я не хотел, я девочку спасал. Так-то. Спасибо, я реально сказал. Ну что ж такое? Ладно. Вот и помогай после этого людям. Репутация 36. Так. Модуль памяти. Но это по-любому тоже у какого-нибудь или бандосов, или еще у кого-то. Кстати, да. Я могу сейчас сменить 100% куртку. Оу, май. Жилет Милитеха. Еще плюс грузоподъемность. Хо-хо-хо. Вот это уважение просто. Слушайте, вот этот вот очень-очень-очень хорошая вещь. Угу. Прям мне понравилось. Слушайте, но ячейки... Нет, я, пожалуй, эти боты оставлю. И на крит все-таки влияют. Так, стопэ, родной, это что сейчас такое?
Да, обувь прикольная. Иди, говорит, знаешь, куда себе? Пройди Детройт. Детройт есть полное прохождение от меня. По-моему, на хардплей мы еще его проходили. Смотрите, ребят, можно найти. Ох, бля! Ёпта! Мама, я дома. Нихера. Не понял. Слышь. Значит так. Ты мне, блядь, там еще поговори. Ну, как-то так. Чел, ты... Чел. Не получилось, не фартануло. Слушай, ну тут реально пацаны к успеху шли прям. Не, ну ладно. Бывает. Бандитники проклятые. Когда Demon's Souls? Все вопросы, ребят, когда привыкаете смотреть в телеграм-канале? Телега внизу в описании. Так. Есть один дурачок, Алаис Дакен, даром, что имя звучное. Сучонок обманул мое доверие и свинтил из города. Ну и хер с ним. Меня интересует только информация с его компа, который он оставил в Найт-Сити. Глянь мое письмо, там написано, что делать. Окей. Давай мы сейчас сначала здесь разрулим. Хоба! I'll be back. Блять, такой дерзкий-то. Ой, блять. Я понял. Вы тут все что ли такие? Да не высовывайтесь, придурки! Да. Ну и как? Ёб твою мать! Чел, ты... Так же и убить можно, ты чё? Нихера там с дедганом зашел. Жук. Кто там? Ну и где ты там, блядь? Да здесь.
Так, сейчас мы сюда спустимся еще. В смысле, где я? Здесь? Эй, смешной. Ты сам-то где? Зашифрованный чип. Некоторые найденные вами чипы будут содержать зашифрованную информацию. Чтобы расшифровать данные, перейдите к чипу из уведомления и найдите его на вкладке чипа раздела журнал, главное меню, затем выберите взломать защиту. Допустим. Ну и где ты там, блять? Блять. Да ёпта. Ты где там, мудила? Ну ладно. Типа... Блять, там где-то есть проход. Ну и где ты там, блять? Здесь я, блять. Опа. Да ладно. 55. НЦ 55. Легчайше. О. Одобрение. О, стасики побежали. Миланочка, здравствуй. Оу. Миланочка, спасибо тебе, дорогая. Спасибо, моя хорошая. Я думаю, мы обязательно его прикупим прямо в ближайшее время, потому что бабло есть. Ну ты подумай. Без хрома мы все одинаковые. Дырявые кожаные Спасибо. Мешки. Хоть ты корпорат, хоть нет. На-н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 а. Позвоните Сандре. Но я здесь больше вроде ништяков не вижу. Эй, а ты тут откуда? Я был внизу. Хочешь поговорить об этом? А? Не знаю, что ты там видел. Я оттуда не хожу и ничего не знаю. И вообще меня заставили. Где? Я был заложником. Сказали, если я попытаюсь бежать, тоже буду на столе. Ты врешь. Твое право мне не верить. А еще у тебя право на скидку. Вот это другой разговор. Еще скидку. Специальные цены для особых клиентов, таких как ты, в обмен на... На то, что я забуду про этот подвал? Прекрасно сказано. Просто прекрасно. По рукам. Вот это другой разговор. Я забыл про этот подвал. Замечательно. Тогда заглядывай, если что понадобится. Что у тебя есть? Вот это вот серьезный подход. Я понимаю. Так. Ну, тут такое все, ребят. Как бы... Ну, такое. Ну, такое.
Вот это можно ему забарыжить. Да, наверное, вот так. Ого! Ого-го! Слушай, ну а что здесь думать? Здесь прям надо все подряд дропать. Оставить вот эту карусель. Слушайте, я и не знал, что мы какую-то одноручку с вами лютую выбили. И ни к чему. Ни хрена себе у меня одноручных... У нас фиолка еще и с двумя этими есть. Так, так-то неплохо. Угу. Здесь веса ноль они занимают. Хрена себе. Склад дядюшки Бена. Понимаю. Так. Слушайте, 67 тысяч. 67 штук. Так. Да, why not? Слушайте, ну плюс один. Так, и у меня теперь есть один только вопрос. Кровотечение, поражение током, электрический урон, физический урон. Ёптить. Крит урон на 10 увеличивает. Еще на 15 крит урон. Хрена себе. Шпаговый кидуха. Это как типа это, понял? Мусорская дубинка. Одобряем. Такой урон. TX. Так, сколько у нас там время с вами? 23 часа, ну, в принципе, еще, наверное, немножечко можно нам что-нибудь поделать. Да, кстати. Угу. Опа. Я думаю, на какое-то время должно хватить. Ну, я так хотелось бы мне думать. Во. Так-то лучше. Позвони Сандре. Так. Погнали. Набираем. Да. Ты нашел мой модуль памяти? Не. Что, сразу к делу? Ну да, нашел, и ты прикинь, где? В норе у мусорщиков. Сандра, ты чего? Да я просто... Мне рассказали, как все было, и теперь не могу отделаться от мыслей. Я догадывалась, что мой банк у них, но не могла же я сама пойти его возвращать. Пытаюсь себе внушить, что этих людей больше нет, что опасность миновала.
у тебя же платиновый статус в травме. С этими ребятами не пропадешь. Блокировку сигнала у тебя наверняка уже сняли. Ну да, но кто знает, что мусорщики придумают в следующий раз. Ну ладно, надо жить дальше, у меня теперь другие заботы. Хочешь об этом поговорить? Да нет, я так. Доставь модуль памяти в мою квартиру. Сейчас вышлю адрес. Да? Спасибо. Чувствую, намечается благодарность. Ну чё тут, ёпта? Так, нам надо мод срочно прикупить, бодрый. Где-то она здесь. Так. Квартира, наверное. Ну, как говорится... Деньги нам нужны, но... Ай, ну что? Тук-тук, ёпта. Сандра, сова, открывай! У меня твой модуль памяти. Сандра, ты здесь? Ты один? Никого с собой не привел? Ну, как видишь. Входи! Не люблю, когда двери нараспашку. Ты до сих пор боишься мусорщиков? А мне говорили, что ты... Ёб твою мать, мать, ты что, турель сюда в дом? Мусорщиков? В 3 квадратных метра турель боюсь. Поставила? Ладно, неважно. Где модуль памяти? Вот, не волнуйся, в целости и сохранности. Когда меня просят не волноваться, это значит, от меня что-то пытаются скрыть. Скажи честно, ты посмотрел, что там внутри? Нет, у профессионалов принято дорожить репутацией. Хорошо. Тогда держи. За профессионализм. Добавила небольшой бонус за сохранность личных тайн. Спасибо. Увидимся. Сколько? Ты что, охуел, что ли? $800? Так, продолжаем наш разговор. Королева автострад. В Найт-Сити никогда нельзя полагаться на первое впечатление. Взять хотя бы эту Клэр, барменшу из посмертия, которая повернута на уличных гонках. Только это ж моя тема вообще. Далеко ехать? Легчайше. Лайкер, да-да-да. Конечно. Спасибо, ребят, за спонсорку. Цена это всегда, да, которую вы спонсорку оформляете. То есть, если вы за 25 рублей оформили, она такая же и в следующем месяце будет. То есть, ничего не меняется. Вообще. Я тебе, говорит, добавила еще.
Бля, жизнью рискуешь. Добавлятор, ёпта. Главное, что все живы. Не гоняйте, пацаны. Мы матерям еще нужны. Хера себе, углам очканул. Даже самому понравилось. Почему так интересно морду у мод кидает? Сам. Ёпта. Да кто такие, мусора? Мусора! Тихо. Чё это такое? Чё за тема? Чего выпьешь? Горячего, холодного, кофейку с градусом. Не надо эспрессо. Налей лучше спанки-манки. Всем служат сюда. Это ограбление. Ты Майкл Джексон? Да, вот ты. Ебало завали, ручонки вверх, чтобы я их видел. Остальным сидеть не моргать, а то у меня нервы слабые. Палец на спуске, чуть что трясёт, с тобой, придурок, в болотниках пришел грабить магазин. На стол! Быстро и молча, тогда... Кто-то хочет стать звездой вечера? Я сказал быстро и молча. Ты глухой или тормозной просто? Подай пример остальным, доставай кошелек. Медленно. И каким чудом ты еще жив? Опять ты сволочь! Так и не научился выбирать себе соперника по силам. Видал я ребят вроде тебя. Все мертвы. Не поняли вовремя, кто перед ними. Блефуешь? Я на твой трёп не куплю. Да. Ты танцевал с Мальстрёмом и Арасакой. Думаешь, у тебя есть шансы? Ты сдохнешь быстрее, чем спустишь. Ну-ка нахер! Обещаю. Валим отсюда нахуй! Столько лет никаких проблем. Вот где шестая улица, когда они так нужны? Повезло нам, что ты тут оказался. Заказывай, что хочешь. За счет фирмы. Хочу выпить. Чего выпьешь? Горячего, холодного, кофейку с градусом? Вопросы имеются какие-то, нет? Не слышу. Просто зарешал. Просто не понял. Алло. Есть задание. У моего клиента сперли до хрена бета-кислоты. Не спрашивай, что такое бета-кислота, я в душе не ебу. Да пох. Но стоит она как самолет, и наш клиент хочет ее вернуть.
Собственно, ты ему в этом и поможешь. Вся инфа прилагается. Это еще что? А я не знаю. Значит так. Слышь? Будьте добры. Ой, простите, задумалась. Добро пожаловать в Дьютроп, и здесь каждый день начинается с улыбки. У меня назначена встреча с человеком по имени Букер Абдайк. И Букейк Абдайк. Но он сейчас здесь? О, не знаю. Я просто подружку замещаю. У нее сегодня операция. Хорошо у вас тут. Тихо, спокойно. Нравится? Это все ребята шестой улицы. Им спасибо. Если кто к нашим гостям полезет, они всегда выручат. Ой, вы же не из полиции, правда? Я по другую сторону. Ой, фу. А то мне с копами разговаривать не положено. Есть свободные номера? Одну секунду, сейчас посмотрю. Так. Да, есть один на первом этаже. Будем брать? Че? Да. Берем. Окей. Комната номер 106. Только я вам должна зачитать правила. Давай. Утроп Ин не несет ответственности за ущерб здоровью и имуществу гостей. Мы оставляем за собой право попросить клиента на выход с применением силы. Чувствуйте себя. Спасибо. Великолепно, и блядь. И правда как дома. Я ищу друга. Его зовут Букер Абдайк. Погоди, это такой... А, высокий белый мужик, да? Угрюмый такой, людей боится. Может и угрюмый. Не знаю, давно не виделись. А что значит людей боится? Ну, в номере заперся и сидит. Не выходит никуда. Даже за кофе по утрам. Но ясное дело, клиент всегда прав. Хочет, чтобы его не трогали, пожалуйста. Без вопросов. Не буду вам мешать. Открой мне его комнату. Слышь, я ж тебе говорю, мы тут клиентов уважаем. Захочется? Не буду вам мешать. То клиентов уважай, то к ним не пристаю. Слышь, я ж тебе говорю, мы тут клиентов уважаем. Захочет, сам выйдет, добро. Ну и как этого черта оттуда выкурить? Ты меня не понял. Это не просьба была и не приглашение к беседе. Но... На меня смотри. В глаза. Вот так. И хорошенько подумай перед тем, как ответить. Это может спасти тебе жизнь, Чумба. Понял, нет? Хорошо. Идемте со мной. Только успокойтесь, пожалуйста. Я страшен в гриме. Угу. Лайкер, все равно спасибо от души. Ну? Меня тут не было, ясно? Жесть, ну и помойка. Даже хуже, чем твоя халупа. Ага. Похоже, умер от удушья. Причем во сне. В этом городе мало кто умирает во сне. Повезло парню. Этот голос
поступлю, если вы, горожане Найт-Сити, выберете меня своим. О, ему там этот. Меня сейчас вырвет. Запах чуешь? Из вентиляции. Похоже, из комнаты наверху. Так-так, а это? Ну надо же, неоамфетамин. А ты типа в сортах дури разбираешься по запаху? Как полицейский пес? Ну нет, скорее как... Ой, сорян. Сомелье. Сорян, снова туша. Заглянем наверх. Есть у меня подозрение, что вся партия еще там, рядом с вентиляцией. Угу. Тук-тук, ёпта. О. Блять, надо инженерку качать. Что ж такое, все дорогое-то. Нынче. Алло. Несу подарочки. Всем детишкам, всем. Блять, одного не хватает, прикинь. Двести третья. Ой. Старая. Да ёпта. Сила 16. Мы ведь можем тут немного задержаться. Как насчет не лезть, куда не просят? Неплохо. Черт, все, спасайтесь! Хочешь поиграть со мной? Гачимен? Я жду человека. Слушай, иди уже. Бля, как мне туда пробраться? Вот это вопрос. Как же мне туда залезть? Может, есть какой-то другой ход, а? Чел, может, не надо? Бля, немножко мне прям не хватает. Пошли, пошли! Бля, дубинка просто имба. Она, короче, щемит их. Реально щемит. И самое, знаете, что самое интересное?
Они ничего сделать не могут. Они ничего сделать не могут по одной причине, потому что... Что он сделает? Ёпта. Блять, она открыта была. Ёб твою мать. Открывай. Открывай, 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 открывай. Давай, 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 давай. Ну. Блять. About it. Игорян, спасибо. Это было красиво сейчас. Сейчас ты огребешь! Сейчас вырвет. Запах чуешь? Из вентиляции. Похоже, из комнаты наверху. Так, так, а это? Ну надо же, неамфетамин. А ты типа в сортах дури разбираешься по запаху? Как полицейский пес? Ну нет, скорее как сомелье. Заглянем наверх. Есть у меня подозрение, что вся партия еще там, рядом с вентиляцией. Барбара, нормально. Нормально все. Все хорошо. Все живы, все здоровы. Самое главное. Спасибо.
тварь, да? Ну открой. У нас погибшие! Наебав второй раз. Прикол, да? Вот это прикол. Все, хватит с меня. Угу. Спасибо, дядь. Подняться в комнату. Ну. Спасибо. Окей. Честно, я не особо вот этого понял. А в чем прикол-то? C1C. Типа, я так понимаю, наверное, все. Ебать! Сука такая, да с чего ж ты там, блядь, стреляешь-то? Мразота, а? Блядь, вот мне реально интересно. Чё за винтовка? Россия. Сейчас она меня реально удивила. Нет ничего, ребята, интересного на винтовку. Так, что-то вроде есть, но вроде бы и нет. F5. Теперь типа доставить вот эту бета-кислоту. Ребята, а есть те, кто вообще прохождение не смотрели Киберпанка? Мне просто так чисто для себя интересно. Или уже, наверное, все, да, посмотрели, перепрошли 10 раз. Ну что, с бета-кислотой все окей? Угу. Патриссимо. Начисляю тебе бонусы за то, что выяснил все по букеру. Не опускай планку, Ви. Заказ выполнен, твоя оплата скоро поступит.
Угу. Слушай, ну да, репа прям по одному левелу растет. И снаряжение новое. Вот это мне больше интересно даже. 28-й левел, еще не скоро. Есть, да, такие, ребят? Не, мне вот так просто интересно стало. Бля, есть 41 брони, но они ничего не дают, никаких бонусов. Окей, спасибо, ребят, что сказали. Внимание, вспомогательным... полиции. У нас сообщение о преступной активности на Харгрив-стрит. Ориентировка на Дариуса Майлса, обвиняемого в убийстве. Он входит в банду 6-я улица и руководит группой, которая производит наркотики. Властями города назначено вознаграждение за устранение угрозы со стороны Майлса и его подельников. Майлс, да? Здорово! Воспитательные работы, блядь. Вот это я не туда забежал. Я не знал, что коробки взрываются. Ладно. Слушайте, я вроде после квеста прожимал F5. Странно. Очень странно, ну ладно. Тебе бонусы за то, что выяснил все по букеру. Не опускай планку, Ви. Заказ выполнен, твоя оплата. Вот сейчас надо F5 поступить. Нажимать. Во, F5. Хорош. Так, продать. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошая игра. Согласен, спасибо. Спасибо, Игорь Яныч. Пять. Поехали к Такимуре. Сгоняем. Погнали, давно его не видел. Прочь! А, qué puto! Yeah.
А-та-та. А-та-та-та-та-та-та. Продолжаем наш разговор. Рассчитал я маленько. Не думал, что там такие жесткие типы. Думал, там маленько они полегче. Ну, тем даже лучше. Глаз, дал вроде. В ответ на активизацию банк формирований. Интересно. Так, надо найти, где тачки и мотоциклы продаются. Опа. Всем вспомогательным группам полиции. Поступило сообщение о преступной активности на бульваре Мартина Лютера Кинга. Замечены члены банды Валентина, обвиняемые в контрабанде и незаконных перевозках людей. Могу устроить тебе райский... Группа возглавляет Мигель Родригес по прозвищу Кизма. Он осужден в том числе за убийство второй степени и за...
Поехали, ладно, сразу к этому. Еще к ним вернемся. Интересно, что за Утакамура, что за задание? Ви, у тебя есть минутка? Нет. Да, конечно. Только боюсь, минут не хватит. Можешь приехать в лагерь. У меня проблемы. Ничего нового, блядь. Сейчас не могу. Ну, конечно. Уж извести меня, как станешь посвободнее. Мать, ты даже еще ни разу мне не лаканула, уже что-то с меня требуешь. Что за... Тебя, блядь, вообще учил манерам. Найс. Яндекс.Навигатор, блядь. Что за прикол с навиг... Ты что, на капот насрать или что? Запарил умирать дядь, но они меня ваншотят, я же на максималке играю. Мать. 32 корпорации от уплаты налогов на прибыль. В их числе Кантао, Арасака, Мур Технологис и Дайнала. Поясню. Совокупный доход этих компаний – это десятки триллионов евро. Скильки! F5. Я не понимаю. Неужели Арасаки перестала хватать своих людей? А вы сами гляньте, ситуация в городе накаляется. Ребят, не забывайте лайки завозить. Проскочит искра, заполыхает весь Джапантаун. Джапантаун. Подавление беспорядков лучше доверить тем, на ком нет твоего логотипа. А, вот и ты. Ви. Горо, рад вас видеть. Я тоже рад тебя видеть, Ви. Мне удалось собрать дополнительные сведения. Ты знаешь, кто больше всего хотел провести парад в память Сабуру-сама? Его убийца. Ты представь, какой цинизм. Только я все равно не вижу, что это нам дает. У меня есть мысль. Взгляни на небо. Этим маршрутом пролетят платформы Даши. Если мне удастся попасть на платформу Ханако-сама, я смогу с ней поговорить. Попасть? Как? Запрыгнуть, конечно. И как вы хотите это устроить? Пока ты занимался своими темными делами, я собирал информацию о платформах. Все они стоят в одном месте. В промышленном парке Арасаки. Там их готовят к параду. Нам нужно всего лишь пробраться на территорию, найти нужную платформу всего лишь и загрузить в нее вирус. Тогда ты сможешь выключить охранные системы, а я проникну внутрь. Это можно сделать тысячи разных способов. Мне нужны... Я знаю, что тебе нужно. Все уже готово. У меня есть щепка с вирусом. Пришлось много заплатить, но продавец клялся, что она сработает. Где вы купили эту щепку? На той стороне. В Кабуки? Может, и правда попался хороший софт. А даже если и нет, я придумаю, как это исправить. Я на это надеюсь. Ну, идем дальше. Хм.
получить контроль над платформой, это еще не все. Меня беспокоит охрана, особенно снайперы. Я буду для них легкой мишенью. Но, кажется, решение есть. Акада говорила о камерах наблюдения. И если мы получим к ним доступ, то узнаем, где позиции снайперов. Ты устранишь их, чтобы я смог пройти. Окей, без проблем. Совсем без проблем. Это ведь большой риск. Я уже как-то успел привыкнуть к большим рискам. А теперь предлагаю провести тест. Нужно проверить щепку. Пункт управления камерами перед нами. Тебе надо войти и запустить вирус в систему. Больше ничего. Ага. А вы что будете делать в это время? Возьмете себе пиво? Я никогда не пью на работе. Я буду прикрывать тебя. Теперь за дело. Сработало. Стелс-миссия, мой конек. Ну? Все готово. Доступ есть. Отлично. Щепка работает. Самое простое позади. Пробраться в промышленный парк Арасаки будет гораздо сложнее. Но это мы обсудим потом. Две двери открыть. Садись. Я со вчерашнего дня не ел. Дайте мне лучшее из вашего меню. Я бы посоветовал попробовать и якитори. Что угодно, только не местную. Заходите завтра. Кто бы мог подумать, что этот арасачий выродок будет нам как-то полезен. Таким псам, как он, главное дать нужные команды. А когда он выполнит задачу, мы его пристрелим за ненадобностью. Да, он сейчас не в лучшей форме. Но разъебать нас может и без имплантов. Ты-то откуда знаешь? Видел его в деле? Нет, просто вижу потому, как он ходит и смотрит вокруг. Ладно, потом обсудим. Это что такое? Ты, Якитори. Смотри, я составил план. Раз. Мы забираемся в промышленный парк Арасаки и взламываем платформу Ханака-сама. Два. Во время парада ты с моей помощью убираешь снайперов. Три. Я забираюсь на платформу. Четыре. Я рассказываю правду Ханаку-сама. А, и еще пять. Ода нас обнуляет и ссыт на наши трупы. Он же явно будет круги нарезать вокруг Ханака. Ода не осмелится поднять на меня руку. А на меня? Это уже другое дело. В смысле, блядь? Я советую держаться от него подальше. Это будет самоубийство. Но я и более глупую херню творил. Еще более глупую, чем кража имущества Арасаки? Не-не, конечно. Этот рекорд я побью еще не скоро. Теперь разделимся. Я должен пойти на разведку. Разделимся, блядь. Че завис? Не спускай его с поводка. Давай. У меня все равно дел по горло. Займитесь этим сами. Я так и сделаю. Повар! Сделай погромче! Поэтому я принял решение Юринобу. Контингент нашей безопасности в Найт-Сити. Президент Майерс. Он уничтожил последнюю преграду, которая мешала ему прийти к власти. Ну да. И все его поддержали. Скажите,
Что такое убийство моего отца? Спасибо, ребят, за спонсорки. Кого не поблагодарил? За подписки, за спонсорки, спасибо. Арасака. Это был монолит. Змонолит. Пока Юринобу не пробил в нем брешь. Все началось с него. Все эти фракции. Борьба за влияние. Все это... Ксу. Ай, ну давай. Ать! Три дня поноса и смерть. Я только одного не пойму. Почему Сабура это терпел? Со своим же сыном не мог справиться? Привет. Арасака-сама был строгим и сильным человеком. Сильнейшим из всех, кого я знал. И все-таки в ключевой момент он проявил слабость. Из-за Юринобу? Из-за дочери. Когда Юринобу собрал приспешников и объявил своей семье войну, Арасака-сама мог раздавить их одним приказом. Но он этого не сделал. Это стало бы ударом для его дочери. Когда Юринобу вернулся домой с поджатым хвостом, она убедила отца дать ему второй шанс. Ты понимаешь? Ханака-сама спасла Юринобу наказание за его проступки. Скоро спасать его станет некому, если только Ханака поверит нашей версии событий. Может, и совесть проснется. Вдруг у дочки Сабуры она есть. Ты забегаешь вперед. Я пойду на разведку. Пожалуйста, дождись моего звонка. Окей. F5. Итак, друзья мои, как и говорили, 10 тысяч лайков. Следующий стрим. Спасибо огромное за этот вечер. Я поехал отдыхать. Завтра тренировка. Ну и всем желаю хорошего, ребят, настроения. Доброй ночи, наверное. Или доброго времени суток, кто, смотря когда этот стрим будет смотреть. Может быть, в повторе. Не забывайте, ребят, фирменный магазин мерч внизу по ссылочке в описании. Hardplaystyle.ru. Вроде бы все. Всем пока, всем удачи. Пойду тоже отдыхать. С вами был Леха и канал Hardplay. Давайте до завтра. Как обычно, в телеге все скину. Hard Inside Telega.